Привет всем! Вы на канале «Вкусняшки по-домашнему». Сегодня мы будем готовить салат, и мы назвали его «Настроение». Для этого салата нам понадобятся следующие ингредиенты. Два вида чипсов, вот такая соломка. Она с приправкой, поэтому особо никакой приправки нам больше не понадобится. Обычные чипсики, зеленый горошек, яички, помидорчики, огурчики. И будем заправлять сметанкой, потому что в чипсах и так много калорий, а также колбаска и сыр. Можно, конечно, заправлять майонезом, и это тоже будет вкусно. Сначала порежем овощи, начнем с помидорки. Ну, попробуем порезать соломкой. Вот таким образом мы порежем все помидорки. Принимаемся за огурчик. Отрезаем краешки. И также режем соломкой. Напополам еще можно, чтобы такие крупные кусочки были. Почистим яичко и спробуем. Лайфхак. Убираем отсюда краешки сначала. И затем берем ложку обычную, подсовываем под нашу скорлупу. И вот таким образом яичко быстро-быстро у нас чистится, ничего не прилипает к рукам. Яичко также режем с вами соломкой. Ну, насколько это получится, соломка, конечно, и у яичка. Затем режем колбаску точно так же, как резали овощи обычной соломочкой. И разделим, чтобы сильно большие кусочки не были. Вот таким образом напополам. Сыр трем на крупной терке. И потом будем добавлять его в сметану и приправим немножечко чесночком и перчиком. Чесночок режем меленько. Добавим его в сметанку. В наш соус мы добавляем соль, немножечко перца и также сверху, как я и обещала, сыра. Затем мы его размешаем и будем приправлять этим наш салатик. Начинаем выкладывать наше блюдо. Сначала положим колбаски. Так, аккуратненько. Дальше мы выкладываем помидорку. Аккуратно. Вот таким образом. Достаточно. Так. За помидоркой тут же выкладываем огуречек. Вот какие у нас красивые цвета летние получаются. Угу. Огурчик. Зеленый горошек. С этой стороны положим. Зеленый горошек. И яичко. Равномерно распределим все это. Серединку нам нужно высвободить для соуса. Дальше мы кладем соус. И наше блюдо готово.
Вот таким образом. Легко, быстро и, надеюсь, очень вкусно. Но сегодня я блюдо вам хочу показать немножечко в другой подаче, поэтому мы все тщательно перемешиваем. Выкладываем наш салатик в индивидуальную тарелочку. Побольше. Мы сегодня его берем как основное блюдо. Так. Дальше посыпаем наш салатик вот таким картофелем, соломкой. Хорошенечко посыпаем. Вот, по-моему, очень красивая подача. Так. И вокруг сделаем еще чипсинки, чтобы блюдо было еще красивее у нас. Вот такое блюдо у нас сегодня получилось. На мой взгляд, выглядит очень креативненько. А вам понравилось? Если понравилась подача, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Будем готовить вместе, готовить вкусно. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему». До новых встреч!